Владимир Николаевич не только большой певец, но и большой артист. Что особенно важно, артист не в движениях, а в голосе. Так представлены нюансы в произведениях, что чувствуешь живую картину. Ну, особенно свежо вот эта последняя песня «Папиросники». И вообще богатый, роскошный голос. Все это вместе оставляет хорошее впечатление после концерта. Большое ему спасибо. Ребята, Владимир, подойдите сюда. Дорогие друзья, я не зря вас так называю. А я вам гости не будущего, а и молодости. Когда не было еще помине Владияра, а был курсант первой роты Рижского авиационного училища Владимир Яровицын. Спасибо. И вместо аплодисментов значные выступления казарме он получал крепкие курсантские словечки, а вместо оваций летели наши тяжелые башмаки. Сочиняли, такого не было. Было, было. Такого не было. А вот аншлаги он собирал, когда в клубе нашем выступал ансамбль, где они с Валентиной выступали, если я не ошибаюсь, то в Риге была тишина. Все девчонки Риги были у нас в училище. Поэтому разреши мне от имени выпускников училища пожелать вам семейного счастья. А где вы летите? Пожалуйста. Прошу. И творческий успех. Спасибо, спасибо. Спасибо. А теперь просили ребята передать. Спасибо. И подарить знаки отличия почетных раушников. Одевай, я не достану. Ребята, просили передать проверку. Спасибо, спасибо. От чистого сердца. Спасибо. Да. Наше знаменитое училище РАУС было самое, одно из известных и самое лучшее в Советском Союзе. Я его закончил, потом работал и одновременно работал. Но куда Николай Андреевич Овсиенко меня мог поставить на работу, чтобы я мог учиться в консерватории одновременно? Только на ЭТС. Вот я работал на ЭТС, прибегал до занятий, посмотрел. А была старая ТС, еще шаговые искатели. Где-то предохранители, где-то заблокировать. И мчался в консерваторию. После консерватории приезжал уже после 2 часов. А у нас было всего 4 выхода на Ригу и 4 входа из Риги. Меня, конечно, вспоминали последними словами. Но Николай Андреевич, царство ему небесное, Овсиенко, великолепный человек, ни разу меня не вызвал, самое удивительное, и дал мне успешно закончить консерваторию. И самое удивительное, Коля, ты не поверишь, РАУС не снился, а где, как говорится, жесткая дисциплина, казарменное положение, а консерватория за все годы мне не приснилась ни разу. Которая принесла мне столько радости, вот не приснилась ни разу. Спасибо. Вот вы знаете, что я у вас хотел просто такой социальный опрос сделать художественный. Скажите. Ну вот программа была посвященная Магомаю, был полный зал, потом программа русская песня, старинный романс, полный зал, Шаляпин уже 2/3 зала, сегодня уже, дай бог, половина. Что это вообще, Свиридов, это не на каждого мудреца довольно простоты, да? Да, это сложно для восприятия, да? Хорошо. А вот
у меня стоят дни, вот, допустим, на следующий сезон 26 октября, потом 19 января у меня стоят дни выступлений. Скажите, ну вот на что бы вы пошли? Ну, во-первых, на следующий год исполняется 180 лет со дня рождения нашего великого композитора, великого мелодиста Петра Ильича Чайковского. Вот скажите, вот просто поднять, мне просто интересно, кто из вас вот пошел бы на романсы Чайковского? Все. Все пойдут? Да. То есть его можно ставить? Да. Да. Смело. Да. Так, скажите, вот у меня еще есть великолепная программа и для органа, и для рояля, называется «От Монтеверди до Гайдена». Это старинная вокальная муза, потрясающе красивая, но она в основном, естественно, имеет божественное содержание. Но записывал ее Магомаев, там просто великолепные мелодии. Вот вы пошли от Монтеверди до Гайдена? Да. Ну почему же ползала тогда у нас? Ну и самый простой вопрос. Вот я думаю, что может в октябре сделать мне дивертисмент 26-го, то есть весь свой репертуар по несколько произведений от русской песни до «Hello, Dolly». Нет, я серьезно говорю, потому что у меня было несколько раз, я с Кожелаевым делал второе отделение мюзикла, и начиналось оно с «Hello, Dolly» в моем исполнении вместе с балетом. Вот вы бы пошли на дивертисмент? Ну, поднимите, кто пошел? Как же здесь зал-то наполнить? А все хотят, но зал-то наполняет. Как, какие? Пенские песни и романсы. Вы говорите, в этом сезоне она уже была. В следующем сезоне вы ее планируете повторить? Зачем вы на вашем концерте? Зачем повторять? Нет, ну и вот я дивертисмент, я мог сделать все будет. Дивертисмент один, дивертисмент два, потому что там столько и песен, и обалденно красивых. Вот по несколько абсолютно песен всех направлений. И советского, и старинных романсов, и классических романсов. Ну так что? Что мы, с чего начинать сезон будем? Чайковского. Давайте с дивертисмента. Давайте. Да, так, собрание началось. Стихийное собрание началось. Смело, так сказать, на основании своего опыта и, в общем, в отпущенном мне понимании музыки, смело ставлю вас в один ряд с этими певцами. Почему-то вы не раскручены. Почему-то я знаю певцов, которые... Меня уже пора закручивать, а не раскручивать. В том-то и дело. Мне кажется, что было целесообразно устроить там ваше телевизионное интервью. Показать, что вы живы еще, и вы поете при этом. Спасибо. Форме, потому что спасибо. Пускай прокрутят старые записи с Некрасовым, с оркестром, какие угодно. Ваши диски продемонстрируют с вашим участием. То есть откроют снова вас для российской публики. Почему-то вы оказались за бортом. Я не хочу спрашивать вас публично, почему. Но пускай вы ответите на этот вопрос. Я отвечу на этот вопрос, когда мы все-таки надеемся выпустить книгу с Валентиной «Две жизни, одна судьба» и сделать ее презентацию. Если мы будем живы. Вот там мы ответим на все ваши вопросы. Ну что, значит, 26 октября мы делаем дивертисмент. Каждый приведет с собой еще 10 человек. Пирамида.
оперную программу пойдут? Ну ладно, мы начнем с оперы начинать сезон вроде как-то тяжело. Мы начнем с дивертисмента, а потом уже я вам буду дальше объявлять. Всем спасибо, я благодарю земляков, моих сослуживцев, граундов. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Вам всем здоровья и удачи. Спасибо. Александр, спасибо. А там продаются 10. Да, да, да. Там 10.